мнению. А вы сейчас выскажетесь, да, Константин? Мы не нападаем. Который раз я хочу сказать. На Армению никто не нападает. Можно важное уточнение. Официально Баку сейчас бы устроило, только если бы Ереван покинул все 7 районов. Конечно. Только этот вариант. Да, простите, а кого это не устроит? Все, давайте из этого исходить, Ереван это важно. Сам признает, что это азербайджанские районы, которые населены были азербайджанцами. Понятно, вы апеллируете к Совбезу ООН. Что я обязательно хотел бы сказать. 20% территории Азербайджана потеряны. 20% российской территории – это вся европейская часть, включая Поволжье. 10% населения – они беженцы. 10% населения России – это 15 миллионов человек. Вы представляете, что бы творилось у вас в стране, если бы у вас было бы 15 миллионов беженцев? А это правда, каждый десятый. И любые слова, которые нам будут говорить и нас обвинять, поймите себя.